Первая моя работа – исполнение бисером. Вот такая вот картинка. В этом году я решила познать вышивку бисером. Больно уж интересно в интернете красивые такие картины, иконы. Вот моя вышивка бисером. Вот она. Я уже половину сделала. На одном дыхании сделала. Очень даже мне понравилось вышивание бисером. Немножко, конечно, я здесь пробовала и монастырский как ход вышивания, и другие. Ну, вот так вот у меня пока получается. Не знаю, может, мастерицы скажут нехорошо, но я старалась в одном направлении делать. Иногда немножко здесь вот ошибалась. Вот изнаночная сторона, узелки. Ну, такие. Ну, для начала я считаю, что это даже неплохо. Вот я держу на ладошке все держатели. Вот она. Выполнена работа на одном дыхании. Я села и с удовольствием я его исполнила, эту работу. Мне очень работа понравилась. Конечно, я своей работой здесь не очень довольна, потому что первый раз. И первые рядки, конечно, у меня путанные были. Вот, но я его выполнила с удовольствием. Теперь я его сделаю портретик, этот вот такую рамочку. Вот. И будет у меня красота. Вот здесь бисер вот такой вот крупный. То я приобрела, значит, себе вот такую работу Валентина. Вот, Святая Валентина в честь своего имени. И, конечно же, здесь бисер очень-очень такой мелкий. Мелкие, очень даже мелкие. Для меня, конечно, это если девочки занимаются, для них нет. А для меня это очень мелкие. Поэтому мне приходится работать именно с такой вот лупой. И тогда я очень даже хорошо и вижу. У меня, и, конечно, и очки я такие же приобрела себе вот для работы. Вот. И меня очень захватила работа вышивка бисером. Очень даже. Я вот здесь вот уже приступила к работе, два рядочка сделала. Но вот пяльца, конечно, нужна мне квадратная. Я куплю квадратное и начну работать с этой вот картиной «Святая Валентина». Сейчас я сделаю портрет вседержателя и покажу, как оно у меня получилось. Итак, первая моя работа выполнена бисером. Вот такой портрет вседержателя получился. Вот такой